малыши, это я, свинка Алиса, и сегодня мы будем разгадывать много загадок. Первая загадка. Слушайте внимательно. Твой хвостик я в руке держал. Ты полетел, я побежал. Что же это? Даю вам 3 секундочки, чтобы отгадать. 1, 2, 3. Правильно! Это воздушные шарики! Посмотрите, сколько их много! Правильно, в руке подержал, отпустил, они полетели, ты побежал. Следующая загадка, 2. Слушайте. Через поле и лесок подается голосок. Он бежит по проводам. Скажешь здесь, а слышно там. Что же это? Готовы? 1, 2, 3. Алло, алло. Да-да-да, говорю здесь, а слышно далеко. Это телефон. Какие вы молодцы, хорошо справляетесь. Загадка 3. По нему стучу-стучу, извлекая звук. Музыкантом стать хочу. Инструмент мой друг. Что же это? Так-так-так, что же это? Барабан! Ура! Класс! Синим трактором. Загадка 4. Слушайте. Туки-туки, перестуки. Если взял меня ты в руки, так не бей же, как попало, что по пальцу не попало. Что же это? Ну тут очень легко догадаться. Правильно, это молоточек. Вы отлично справляетесь. Загадка 5. Я весь мир слепить готов. Дом, машину, 2 котов. Я сегодня властелин. У меня есть... Ну-ну! Правильно! Пластилин! Вот, смотрите, какие баночки пластилина у меня есть. Оранжевая и синяя. Класс! 5 загадок уже позади. Разгадываем дальше. Свет горит, мотор гудит, на колесах шины. По дороге лихо мчит, нас в себе... У кого мотор, у кого мотор? Машинка! Правильно! Покатаем ее. Как здорово! Машинка! Я хорошая игрушка, каждой девушке подружка. Я могу сидеть в коляске, закрывать умею глазки. Кто же это? Конечно, это же кукла! Кукла Маша, вот, например, у меня здесь есть. Следующая загадка, 9. Слушайте. Нарисует он картину. Натюрморт или пейзаж. Остроносый, сильный, длинный, деревянный. Правильно! Карандаш! Посмотрите, какой большой карандаш у меня есть. На нем даже есть ластик. Вот это да, розовый карандаш. Загадка 10. Последняя загадка на сегодня. Очень интересная. Слушайте. Моих легких и красивых, в очень ярких переливах, через трубку надуваем и на волю отпускаем. Ну что же это, ребята? Конечно, мыльные пузыри! Вот же мыльные пузыри! Вау, как здорово! Ура! Малыши, посмотрите, сколько предметов мы сегодня с вами отгадали. Здесь и карандаш, и молоточек, и барабан, и кукла, и даже мыльные пузыри. Было очень интересно. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Люблю вас. Пока-пока.